Привет! Сегодня будем готовить торт «Зебра». По сути, это классический пирог «Зебра», прослоенный кремом и украшенный глазурью. Главной фишкой этого торта является рисунок зебры в разрезе. В процессе приготовления я покажу, как это сделать. Если тесто получилось слишком плотным, можно добавить 1-2 столовые ложки сметаны, чтобы добиться большей текучести. Тесто будем выкладывать по 2 столовые ложки, чередуя белое и черное. Тесто нужно выкладывать в середину формы, оно будет само растекаться и формировать рисунок полосок. Если при выпекании у вас на пироге образовался горб, то это можно исправить 2 способами. Первый – аккуратно его срезать. И второй – если горб сравнительно маленький, перевернуть его вверх дном. Разрезав торт на коржи, не забываем сделать боковой надрез, чтобы при сборке не нарушить рисунок полосок. А теперь приготовим крем на основе сахара и сметаны. Для украшения торта приготовим глазурь на основе какао. Готовый торт ставим в холодильник на 3-4 часа, чтобы он настоялся. Готовь торт «Зебра» с нами, ставь лайк и подписывайся на канал.